17 октября в 17:30 смотрите прямую линию с главой республики. Вы сможете задать свой вопрос главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. Трансляция пройдет в прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Архыз-24», а также в эфире «Радио России», «КЧРФМ» и на официальных страницах главы и правительства республики ВКонтакте. Звонки принимаются уже сейчас с 9 до 18 часов по многоканальному телефону 8 800 256 09. Этот же номер будет работать и в ходе прямого эфира. Итак, прямая линия с Рашидом Тимрезовым 17 октября в 17:30. Не пропустите.